Ленинский район, один из красивых уголков Московской области. Когда-то здешние леса служили охотничьими угодьями московских князей и царских особ. Живописные берега реки Пахры рядом с вековыми лесами всегда были излюбленным местом отдыха. Дворянские фамилии строили здесь свои усадьбы, отличавшиеся архитектурной изысканностью. Некоторые из них сохранились до сегодняшнего дня. В Видновском крае около 300 исторических мест и архитектурных памятников. Не влюбиться в эти места с первого взгляда сложно. Ленинский район всегда был в числе передовых, сильных и самодостаточных муниципальных образований Московской области. Здесь живут люди, любящие свой край. Как известно, 25 декабря 2014 года Совет депутатов Ленинского муниципального района единогласно утвердил исполняющим обязанности главы Олега Хромова. Кандидатуру поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ситуация на территории, которую возглавил молодой руководитель, находилась в сложном политическом процессе. Сегодня Олег Хромов уверен, власть не должна заниматься политикой. Она должна решать реальные задачи, направленные на обеспечение комфортного проживания жителей. Наверное, ценность смены руководителя заключается в том, что каждый человек приходит своими мыслями и определенными традициями. Но опираться он, безусловно, должен на те традиции, которые были до него на этой территории. Я, по крайней мере, стараюсь руководствоваться именно этим принципом. Но все-таки на многие вещи, особенно проблемные вещи, если говорить о территории Ленинского района или Видновского края, нужно взглянуть по-новому и требуется свежее решение проблем. Знакомиться с жизнью и проблемами веренной территории Олег Владимирович начал с первого дня. Ежедневные рабочие визиты в населенные пункты, в городские и сельские поселения, а также встречи с трудовыми коллективами и жителями Ленинского района помогли посмотреть на действительность, что называется, свежим взглядом, и сделать соответствующие выводы. Самые первые шаги по городскому поселению Видное – это постараться наметить дорогу шагов по решению транспортной проблемы. Здесь потребуется достаточно консолидированное решение не только районной администрации или там городского поселения, но в первую очередь правительства Московской области, города Москвы и федеральных структур, так как там существуют у нас проблемы с выездами именно на федеральную трассу. Если говорить о, так скажем, видных делах в городском поселении Ленинские горки, то это та же самая проблема транспортной доступности из строящихся новых микрорайонов. Она взаимосвязана с проблемой города Видного. Видные дела в Булатниковском поселении в первую очередь связаны с многоэтажной жилой застройкой. Здесь решение проблем социального обеспечения, а конкретно новые социальные объекты в виде школ, детских садов, поликлиник, почты, отделения милиции, которые очень необходимы нашим жителям, в том числе новым жителям Ленинского муниципального района. Если говорить о взаимосвязанной проблеме и крупной проблеме двух сельских поселений, это совхоз имени Ленина и Развилка, то они тоже заключаются в развязывании Гордиева узела, связанной с транспортной доступностью этих поселений и прямыми выездами на трассу МКАД и, соответственно, на Каширское шоссе. Это будет первоочередной задачей, которую нам тоже также нужно будет решать с правительством Московской области, с правительством Москвы и с федеральной дорожной службой. Володарка. Это, я скажу коротко, проблема номер один – школа. И я постараюсь, как я уже сказал, первый шаг сделан, а теперь нужно будет его сопровождать для того, чтобы все-таки получить конкретный результат и воспользоваться исторической возможностью, использовать деньги города Москвы на получение нового социального объекта в сельском поселении. А в Молоковском это в первую очередь строительство амбулатории. Сейчас мы испытываем некие проблемы с качественным медицинским обеспечением в данном поселении.
И здесь, опять же, те пресловутые 3 миллиарда, я уверен, нам помогут для того, чтобы решить эту проблему. В данный момент Олег Хромов намерен заниматься реальными задачами – благоустройство, дороги, парки. Он считает это самым важным делом для органов местного самоуправления. Главное в работе команды – уметь слушать людей, правильно вырабатывать приоритеты и действовать в интересах населения.